Всем привет, я с вами Макс Милян, и сегодня буду снимать видео про одну игру, называется она Борьба Арена. Да, это такое название. Можете написать, найти ее в Play Market и скачать, посмотреть. Ну а сейчас я буду проводить на нее обзор. Ну что, сперва мы видим, так сказать, ежедневный бонус. 25 монет, у меня их, конечно, уже сколько, да и кристаллов тоже заработал. Кстати, тут даже такая музычка играет. Приятная, конечно, такая для любителя. Так, что мы первое видим? Например, когда вы зайдете, вы сразу зарегистрируетесь, напишите свой ник, я написал канал, и выберите персонажа. Говорю сразу, в игре есть донат, но не обязательно. Главное просто очень много играть, так сказать. Первый у нас где-то медведь, петушок, да, это его так зовут, огонек и седой. Ну еще есть молчаливый убийца, сова и принцесса, и генерал. Это все бойцы, кстати, седой, огонек, петушок и медведь, так сказать, это у вас открытые бойцы полностью, с самого первого уровня. Я купил своим персонажем кинжала, но нужно вот еще с драгоценностью открыть пару таких, ну, инвентарей, так сказать, инвентарь улучшить, но вот, не кинжал. Устраивает. Так, смотрим в магазин. Ну, тут у нас випы сразу в этом первой платформе. Тут у нас что идет? Оружие. Сюрикены. Дальний бой. Только дальний бой и все. Бейсбольная бита, урон 10, но дистанция только сблизи, 3 бутылки, это просто вы кидаете бутылки, и одна бутылка вы просто убьете, и она разбивается. Так же самое, как сюрикены, если честно. Только у сюрикенов 20, так сказать, урона, а вот у бутылок 30, уже по 30. Оружие БО. Урон 5, но радиус действия большой, это запомните. Это... У тех, которые есть это оружие, они всегда стараются, так сказать, бить не сблизи, но чуть дальше, чуть-чуть. Если у противника такое оружие, и постарайтесь или его как-то отбежать, или хотя бы его как-то выбить. Фаерболы, но тут они используют только энергию. Вот минус 60, огненный крест, тройной фаербол, заморозка, ледяной шип. Шаровая молния, молния, просто зигзаг, ну и красные и синие шары, это уже, так сказать, более сильные. Я пару раз игру эту скачивал, потом, ну, так сказать, копил и смотрел каждый из них. Какие приносят уроны, так сказать, да. Что могу сказать? Фаербол, ну... Он наносит урона 40, энергии 60. Забирает это на один раз. Все вот эти заморозки, молнии и все остальное, это просто на один раз у вас используется. То же лучше просто используйте вот оружие, честно. Медвежьи лапы есть, урон 8, это, так сказать, для новичков. У новичков, когда вы заходите, у вас сейчас у вас 1500 монет появляется, да. Это так стандарт, можете купить уже что-то. Ну или скопить, например, на копье. Очень длинное. И оно лучше бьет, чем боа. Это, кстати, советую. Ну или кинжалы. Кинжалы, кстати, тоже очень хорошие. Ну вот и есть пластины. Средние, но они увеличат только хп. Максимум у вас хп 80%. Серьезно, не 100, а 80%. Ну и тут у нас есть разные крыши, север, тренировочный день. Это у нас, так сказать, сервера, а также их названия. Например, выбираем север, заходим на него. Реклама. Да, забыл вас предупредить, когда вы заходите в игру и выходите, так сказать, появляется реклама. Не очень, конечно, хорошо, но вот. Как вы видите, у моего персонажа, тут, конечно, не могу показать лицо, только так со спины. Ну вот и начинается наша драка. Первая драка.
Так, надо и другие приемы использовать. Главное, не подходите. Вот, забирайте монетки. Да, вы в игре можете получать только по одной монете. Кстати, старайтесь камеру очень быстро направлять на персонажа, чтобы он среагировал. Так, подходим осторожненько и убегаем. Так, бежим, бежим, перепрыгиваем. Вы просто можете провалиться, ваш персонаж тут точно не может плавать. Снеговик, кстати, тут прикольно есть вот. Сюда бежит красотка. Да. Не очень красивая, конечно, но ладно. Так, прием снизу делаем. Теперь ногой. Нет, ногой не получилось. Ай, меня ударили. Кстати, размашистые приемы всегда даже помогают, особенно в толпе. Просто врывайтесь в толпу и старайтесь, так сказать. Ай, хотел прыгнуть. Мой косяк. Так. Например, каждый из этих приемов, так, есть прыжок. Просто вы нажимаете удар и какой-то обычный прием. Можете его даже фокусировать или вперед, или еще куда-то. Но самое главное, чтобы это было главное на противника направлено. Ну или получается у вас вот так. Размашистые удары обычно кинжалом не вас тянут вперед. Пожалуйста. Ну, так сказать, на одну клетку хотя бы или на... перепутал кнопки. Ладно, ладно. Ну иди сюда. Так, мы его перепрыгнули. Нас ударил. Так, сейчас мы его... нет. Так. Нет. Ладно, давайте выберем другую карту, где нет такого маленького пространства, как здесь. Так, поправимся в толпу. Так, первого ранили. Или он еще живой, не могу понять. Чуть не убил меня. Ух ты, посмотри на него. О, зато я всех убил. Ну, хотя не всех, но кое-кого поранил даже. Так, но я всех их победил. И, кстати, позабирал их на монеты. Так. Тихо, 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 тихо. Отходим, отходим, отходим. Так. Теперь можно использовать удар ногой. А, его против меня использовали. Да, тут еще есть летающий удар. Так, я победил. Ух. Да, кстати, камера тут фокусируется на врагов, то что ее не так уж просто отводить назад. Ну или вправо, или влево. То ж, если вы встречаете врага, считайте, что ваша камера будет только вот так на нем фокусироваться, как сейчас. Так. И нет, я не упал, я не упал, я упал. Так, я вам сейчас покажу другую карту. Так, я вышел с игры. Сейчас вот еще есть другие карты, например. Так, есть, например, крыши или высокий зал. Высокий зал это, ну, наподобие замка, если честно. Сейчас вот, пожалуйста, мы находимся в высоком замке. Я загрузился, подбираю монетки. Так, ну и что теперь делаем? Так сказать, из-под тяжка спокойненько выводим из строя всех. Во-первых, у меня преимущество, то что у меня кинжалы, у них всего лишь рукопашные приемы, но все-таки они тоже могут вас забить. Учитывайте это, кстати. А все-таки у него есть кинжалы, это нечестно. Хотя, какое нечестно. У меня тоже кинжалы, так.
Плохо, плохо, плохо. Нас убили. Ну что ж, вот такая игра. Тут, кстати, есть еще вот что. Есть еще миссии. Если кому-то не интересно вот просто драться, есть еще миссии. Например, как их получить? Ну, точнее, открыть или сделать. Так, персонаж. Вот, мы заходим в награды. Чистая победа, все это, какие-то. Но вот если у тебя нужно 19, пожалуйста. Один против всех можете играть. Нечестный бой. Это, так сказать, ваше испытание. Но вы под эти испытания можете получить очень хорошее денежное вознаграждение. Денежную награду. Попрыгунчик, выживание. Кстати, попрыгунчик вам надо прыгать, кстати. Это типа, так сказать. Я пробовал, но не прошел, кстати. Лабиринт есть. Вот, пожалуйста, мишени. За эти выполнение задания вы уже получаете монетки. Кстати, монеты, когда вы делаете с противником, то монеты вы получаете только по одной монете, помните это. Но если вы заходите каждый день, вы получаете чуть больше монет. Ну там 25, 10 монет, 50 монет, может быть такое, кстати. Или алмазы. За алмазы можно у нас тут купить. Ну, тяжелые пластины можно увеличить, средние, легкие пластины. А нет, только тяжелые, кстати. И можно еще морозную воду купить. Зигзаг. Вот такие тут дела. Ну что ж, с вами был Макс Милен, подписывайтесь на канал. Это был обзор на игру Битва Арена. Она, кстати, так называется. Всем пока!